Депутаты законодательного собрания поддержат федеральную программу реновации жилья, хотя и сомневаются в том, что в Новосибирской области она будет работать. Речь идет о программе, аналогичной той, которая уже стартовала в Москве. Ее суть – в переселении людей из домов, построенных до 70-х годов, в более свежее жилье. Причем равнозначное как по площади, так и по географии. Это касается и тех, кто живет по соцнайму, и даже комната в коммунальной квартире приравнивается к отдельному жилью. Очень важный закон, касается 1/3 населения Российской Федерации. Он политически важен тем, что Москва, федералы, этот закон софинансирования ставит на субъекты федерации. Это очень важный политический вопрос, который потом при принятии в первом чтении нужно будет поправками или подключать наших депутатов Государственной Думы, чтобы финансирование было именно из федерального центра. Загвоздка в том, что большинство субъектов федерации, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, скорее всего не справятся с финансовой нагрузкой. По оценкам Комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания, только Новосибирской области потребуется около 200-300 миллиардов рублей. Говорить о том, что за реновацию мы или против, я думаю, нет смысла. Все сидящие здесь представляют строительные органы, которые двумя руками за. Но вот один маленький вопрос, на который, к сожалению, я не знаю, кто может сегодня сидящий здесь в зале ответить. Источник финансирования. А источник финансирования – это даже не миллиард, два или три. Это сотни миллиардов.